Ребят, так как сегодня 23 февраля, я не оставила без подарка одного прекрасного блогера и замечательного парня. Блогер Ким, да-да, я говорю о тебе. Я вызываю тебя на баттл. Вот мой подарок для тебя. И чуть позже я опубликую для тебя первое задание на завтра. Я надеюсь, ты готов. И не откажешься от такого великолепного VIP Luxury Gold предложения. Итак, первое задание для разминочки, не такое сложное. Обмотаться как мумия туалетной бумагой и пройтись по покре. Это что за веселье перед сном, а? Ну, покажи, какая у тебя есть светильник, да? Вау, Лего! На. Свет. Глазки близко не надо, Денис, нельзя в глазки близко. То чувство, когда к тебе приехала Ксюша. Ты вышла даже в тапочках, детка. Я просто бежала в своих розовых тапулях. И плакшери гол тапки, да. Человек смотрит кино, мне предлагает прокатиться на капоте. Точно нет, ребят. Точно да. И такой, это типа трезвая Яна. Точно нет. Через 20 минут. Точно да. Чё говоришь? Ебать, говорю, у тебя пальцы разработаны. Сука. Ебать. Звучит двусмысленно. Очень даже. Да. О. Под ними белый тени, три палатки Гуччи и две на твоей мобиле. Твой талант играет, мы играем по мобиле. Ложатся в чеке, заезжаешь в чеке. Вот она моя зая. Мы едем в магазин с сигаретами, если что. Мы с тобой друг к другу не подходим. Мы с тобой друг к другу не подходим. Ты дура, шайка, я лихой кокс. Это пара-пара-пара-парадокс. Это пара-пара-пара-парадокс. Ты дура, шайка, я лихой кокс. Это пара-пара-пара-парадокс. Они даже как луковски принимают. А хули вы не показываете? Бенз один да тоже. Быстро. А типа за сюда, конечно, моя косточка. То есть, ну да. Мы заправляемся, мы на заправке. Сейчас мы покурим сигареты на заправке. Моих легких тает этот серый дым. На душе комом стала боль. Я буду пить и курить со своей буйной головой. Целую ночь в этом обрати. На душе комом стала боль. Поверните направо. Куда ехать? Пить и курить. Направо. Направо. Пить и курить со своей буйной головой. Поверните направо. Ребят, хотите, я вам открою тайну? Я вам клянусь. Я не буду сейчас плакать. Я не буду говорить подробности. Я просто скажу, что я до сегодняшнего момента хорошо общалась с Клочковой, которая по сей день занимала у меня бабки. И врала мне. И сейчас я ей позвонила, а у нее трубку взяла какая-то Алена. И я просто услышала в трубке ржач. Ребят, ну это серьезно, это не серьезно. Я просто в ахуе. Ребят, я должна вам признаться, честно, я снова общалась с Яной Клочковой. И она мне клялась, блядь, чуть ли не божилась, что мы с ней друзья. Занимала снова опять у меня денег и все дела.
напиздела мне с три короба. И сейчас я просто звоню ей, а ее трубку берут какие-то Алены, которые ржут просто надо мной. И я просто в ахуе, ребят, правда. Ребят, а теперь вам будет шок-контент, правда. Клочкова со мной общалась, пиздела о том, какие мы охуенные подруги. Задавала мне разные вопросы. Ребят, извините за мой голос, у меня, правда, уже нет сил. Так мы с ней, в общем, мы с ней общались, офигенно общались, правда, 2 дня. Ну, просто мы общались офигенно. Вот они сейчас, я звоню ей, берут какие-то трубку бабы, просто ржут надо мной. Ребят, ну вы серьезно, камон? Если бы человека было у меня не похуй, он бы сказал, алло, вы какого хуя, мне вообще-то Яна звонит. Какого хуя вообще вы имеете право ржать? Не надо ржать ни над этим человеком. Видимо, для этого человека нормальное человеческое общение меньше значит, чем что-то остальное. Хорошо, это его право. Я ни в чем человека не держу, не обвиняю. Человек сделал, как захотел. Видимо, с другими людьми ему просто комфортнее. Хорошо, пусть будет так. Я, пожалуй, ну, просто пас. Я больше никому не верю.